Горсправка. Если позвонивший в дверь представился участковым, как проверить, говорит ли он правду? Если у вас возникли сомнения, в первую очередь необходимо, не открывая двери, уточнить данные сотрудника полиции, то есть фамилию, имя и отчество, и позвонить в дежурную часть полиции по телефону 02 и, соответственно, проверить полученную информацию. Задавайте свои вопросы и смотрите ответы в программе «Горсправка» и на сайте первомедиа.ру.